«Роснадежды» вновь признал своих победителей. В Альметьевске прошел торжественный гала-концерт первого регионального фестиваля творчества детей с ограниченными физическими возможностями здоровья «Роснадежды». Он организован благотворительной организацией «ЯС», действующей при акционерном обществе СМП «Нефтегаз» при поддержке депутата Госсовета Республики Татарстан Фата Комарова. Второй год подряд фестиваль раскрывает новые таланты среди особых детей, которые не перестают удивлять зрителей. Я всех поздравляю с этим событием. Всем хочу пожелать крепкого здоровья и чтобы ваши идеи, замыслы, желания, они всегда воплощались в жизнь. Среди участников и новички, и те, кто участвует в фестивале уже второй год подряд, по словам членов жюри, за год маленькие артисты выросли и стали намного увереннее. Это говорит о том, что фестиваль помогает ребятам ставить цели и добиваться ее, несмотря ни на что. Очень благодарна организаторам этого фестиваля за то, что они, во-первых, меня пригласили, и я имела возможность увидеть и прочувствовать этих детей. В финальном туре фестиваля принимали участие почти 200 человек, 58 участников творческого форума стали призерами. Призовой фонд фестиваля «Парус надежды» составил более 100 тысяч рублей. Гран-при фестиваля в номинации «Исполнительское мастерство» присуждено Михаилу Чипиге. Дипломами первой, второй, третьей степени в разных номинациях награждены 37 детей из Альметьевского района, 13 дипломов увезли с собой заинские таланты и 10 дипломами отмечены участники из Тукаевского района.